И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый и один из самых последних уже топов, обзоров на данный ивент, который у нас сейчас проходит в игре «Охота за звездами». Ну и сегодня уже более-менее будем подводить итоги, завтра у нас будет уже последний финальный видос по данному ивенту, именно по обзору, ну и, конечно, еще пару роликов у нас выйдет по поводу вообще всех мега крутых историй по данному ивенту, которые у нас в принципе вообще произошли в игре. О небольшом конфликте также расскажем, который у нас сейчас имеется. Ну и в принципе все это вы сможете узнать в новых роликах. Поэтому прямо сейчас, ребят, прожимаем лайкосик на данный стримасик. Ой, какой стримасик, что я несу вообще. На данный ролик, ребят, также подписываемся, ребят, на канал, кто не подписан. И обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик, именно такие связанные с данной движухой. На данное время у нас идет последний день набития этих звезд. И уже завтра с утра, когда у нас в игре произойдет рестарт, все это, вся эта движуха у нас закончится. И мы уже на 100% узнаем, кто у нас выиграл в данном ивенте. Пока у нас, в принципе, уже есть стабильная десятка, которая, в принципе, не поменяется. И всем уже понятно, кто в нее войдет, но самая интрига это в том, кто же займет первое место. ЖКМиксу очень нужна эта первая строчка, но адвокат уже из-за принципа ее не хочет уступать. Рейтинг у нас в игре лаганул. Как бы кто-то, ну один уже умный бы человек сказал бы в этом моменте, что это выгодно администрации игры, чтобы это все дело лагануло. И в принципе я не знаю, с чем это связано. Возможно, кто-то сохраняет интригу, кто-то хочет там увидеть какой-то экшен. Зачем этот лаг сделан? Специально он сделан, не специально? Отпишите по этому поводу в комментарии, пожалуйста, если вы знаете инфу. Или вообще, в принципе, я хотел бы узнать по этому поводу ваше мнение. Как вы думаете, с чем связан именно данный лаг? Почему сейчас у нас не видно, кто набивает звезды, зачем это все дело у нас остановлено. Что касаемо ЖКМикса и адвоката, то ЖКМикс уделяет, ну, в принципе, они оба уделяют сейчас очень-очень много времени. Я думаю, максимум просто времени, и без перерыва играют, набивают эти звезды. И я думаю, что, в принципе, если ничего катастрофически необычного не произойдет, то адвокат, в принципе, должен сохранять свою эту строчку. Но, если честно, я пока не уверен, как это все произойдет. Возможно, в принципе, всякое бывает. Я не спорю, что у Микса, например, нету шансов. Безусловно, шансы имеются, но это тяжело, но посмотрим, что будет. Завтра, в принципе, по этому поводу уже все увидят, все узнают, как что происходит, кто занимает первое место. И у нас будет уже контрольный видосик с теми игроками, кто у нас занял фриз, ну, занял топ-десятку и кто получит фриз ХТ. Даже еще потом отдельный ролик по поводу конфликта, который у нас произошел с Миксом, тоже будет. Поэтому как-то так. Что касаемо именно такие, сколько игроки уже набили, сейчас мы, в принципе, это тоже обсудим. Все-таки последний день у нас остался, и завтра, в принципе, уже даже пройдем по всей десятке и посмотрим, насколько жестко за неделю заработали у нас игроки. Адвокат пока по опыту на третьем месте, заработанные кристаллы 1 300 000. Я думаю, что эта цифра как минимум будет 1 400 000 кристаллов, и за неделю это, конечно, очень-очень-очень большая цифра, и, в принципе, это... Я думаю, что рекордная цифра в принципе. Был у меня, конечно, записан один ролик, где у нас игрок набил, если не ошибаюсь, 1 400 000, наверное, тысяч кристаллов он набил, если не больше, с ником Блокет. Но там половина кристаллов была набита именно таки с прокачками, поэтому, в принципе, тот обзор был немножко неверный, так как он был набит не полностью именно таки честно. Что касаемо Микса, то он набил 210 тысяч опыта на данный момент и уже поднял себе почти звание полковника. То есть это прокачка нереальнейшая аккаунта, и игрок реально хочет выиграть первое место. Он делает максимум. Очень такой принципиальный, я бы сказал, тоже человек. Не слабее, ну и я думаю, что не сильнее адвоката в этом плане. Оба принципиальные, ну и раз такое уже произошло в игре, оба будут бороться именно таки до конца. Посмотрим, кто у нас выиграет. Напишите тоже, ребят, в комментарии, кто по вашему мнению выиграет в данном ивенте, адвокат или ЖКМикс.
Всем интересно, все смотрят, поэтому приходим на стрим. Будем тоже стримить, набивать эти нагибаторские звезды. Набивать звезды пока еще с игроком, который занимает первое место. Стримчик у нас будет в 7 часов по московскому времени точно. Возможно, еще раньше, если у меня получится, то я запущу стрим. Поэтому всех жду. Жмем на колокольчик, подписываемся, ставим лайкосик, если еще не поставили. Ну, у меня на этом все. Давайте, пацаны, удачи. До встречи.